А вот и я, друзья мои. Всем привет-привет. Эйляндик, мутло олдук. Хочу подарить вам солнышко, которое не хватает многих. Ой, мороз, мороз! Всем привет, друзья. Наконец-то настал тот час, когда я иду к своему парикмахеру. Вчера прочитала комментарии под моим видео. Есть там такой комментарий. Моя подписчица меня не хочет обидеть, говорит. Наверное, вы мне блог поставите. Вот я вот иногда не понимаю ваши поступки. Вы не хотите обидеть человека, а пишете такие вещи. Но у меня никогда такое, даже язык не повернется сказать. Шея старая, лицо такое. Но можно сказать, Света, вы мне не нравитесь одним словом. Зачем конкретизировать? Ведь вы же неправильно говорите, неправду, когда говорите. Не обижайтесь, я не хотела обидеть, это правда. Нет, вы хотели меня обидеть. Простите, шум тут такой. Хорошо, что я шарфик накинула, а то бы замерзла. Так, и поговорю. Вот из головы не уходит это сообщение, этот комментарий не выходит из головы, потому что человек не хочет меня обидеть, но пишет такие неприятные вещи. Такие вещи, господи, ну это вообще... И при этом же пишет, что не обижайтесь, я не хотела вас обидеть и тому подобное. Вы хотели меня обидеть, я расцениваю это так. Вы же прекрасно говорите на русском языке. У вас словарный запас очень велик. Не то, что у меня три языка, все смешалось в голове моей. И вы понимаете, как можно обидеть человека, как нет. Просто надо задуматься, как вы хотели преподнести это. Я расценила так, как я вас не буду блокировать. Это ваше мнение, может, вы и правы, но если не хотели обидеть, можно было в другой форме это написать. Это мое сугубо личное мнение. Так, и вот результат, мои дорогие, посмотрите, какая красота получилась, то, что я хотела. Так, сколько здесь тарелочек? 1 000 000 тарелочек посуды, но цены не написаны, вы видите? Стоят они так месяцами. Пачкаются. Представьте, если... А, там тоже. Сейчас модные вот эти тарелочки. Вот. Не буду время тратить. Мне сейчас... Иду этого. Пойду я загляну в Айкики. Вот такие вот сумочки за 300 лир. Вот такие сумочки за 400. В Айкики зашла, посмотрела, людей мало. Может быть, с утра мало. Что-то мне ничего не нравится. Наверное, ничего не хочется, поэтому... Пижамки со скидками, уже зимние пижамки. Такие сейчас модно брючки. Кстати, я что-то хочу пошить. Я хочу пошить одно платье, мне так нравится. Не знаю, какой фасон. Фасон знаю. Очень хочу, надо что-то придумать. Обувь. 300 тапочки, 600 в Айкики. Это я.
Сиду, снимаю, а оказывается, не снимается. Замечательная погода, я почти уже дома. Ножки устали, потому что я на каблуках. Ну, считай, вот такой каблук, да. Да, редко хожу. Я даже сняла шарфик и решила сократить путь через парк. Ух, кисуля. Вот, мои дорогие, что я хочу вам сказать. Походила, зашла в магазины, но в Мигрос зашла. Мне интересно было миндальная мука. Ее нигде нету, только была ржаная. Когда мне нужно было ржаная, ее не было, сейчас полно. Геркулесовая была также мука. Вот, зашла я в магазин косметики. Купила себе новый линер. Такой еще у меня не был. Купила помаду. Дешевую купила помаду. Просто посмотреть, подходит мне этот оттенок или нет. Сейчас цвет волос поменяла я. И поэтому решила на дешевую посмотреть. А потом уже этот. Но цвет волос мне сегодня больше нравится. Вот. Значит, можно заказать смело эту краску. Так я устала, вроде бы не такой большой каблук, все равно устала пешком сколько ходить. Решила вам показать, что я купила. Вот такой цвет помады. Вот я никак не могу подобрать, которая мне нравится, подходит. Ну, нормально, попробую, не понравится, хоть не обидно. И вот купила вот такой линер. Линер отдельная упаковка, дома покажу. Он стоит 600 с чем-то, но сейчас со скидкой 300 с чем-то, по-моему, вышло 300 с чем-то. Так, и вот такая вот сет называется. Сет, когда много всего вместе. Для этого, не знаю, пригодится мне, не пригодится. Спунжики, мунжики, ну посмотрим. Купила я, да? Хотя я не пользуюсь вот таким ничем. Вот Temizlimik Vibacan для... А, это, наверное, знаете, косметику снимать, да, может, тоже? Молочком. Надо почитать. Ну все, вот, смотрите. Для пудры. Короче. Короче, для всего. Все, сейчас я пойду домой. Хочу пить. Кушать я вообще не хочу. Просто хочу пить. Кто жалеет Светлану? Не надо этого делать, не стоит. Посмотрите, у Светланы какой пир на весь мир. Вы видите, какой у меня обед. Кабачки с фаршем, бастурма с яйцом, чипсы из сельдерея, корня, хлеб тахиновый. Тут что? Огурчики соленые, рыбка жареная, капуста чемпионка, моя любимая самая. Здесь... Как видите, авокадо. Здесь десерт. Здесь салатик. А вот это вот чай с петрушки, мяты и лимона. Вот такой у меня стол сегодня. Вот такой у меня сегодня прием пищи. Вкусный, прекрасный, замечательный. Приятного мне аппетита. Всем привет, друзья мои. Тут любовь, такая любовь. Такая у нас замечательная погода. Я сейчас вам покажу. Я занимаюсь собой, своими делами. Сегодня у меня выходной. И сейчас пришло время обеда. Сначала я хотела ничего не кушать. Но видите, вот педикюр делала. Сейчас надо пообедать, потом уберу. Попылесосила, убрала, видите, все помыла. Так вот, такой удобный этот пылесос. Все чистенько так. Вот мои птичечки. Друзья мои, я хотела сегодня сесть на диету, но потом решила... То есть на диету какую? Голодание 48 часов. В принципе, это не трудно для меня, но я все-таки решила дождаться своих анализов, результата, а потом уже голодать. Вы мне там написали, что я ужасно выгляжу. Вот такая я. И я, знаете, что решила? Приготовить себе кушать.
И так потянула меня на блины. Приготовила я из льняной муки. Смотрите, тут масса. Что сюда входит, в эту массу? У меня был такой кабачок зеленого цвета. Он пакисон, по-моему, да? Пакисон, я его тоже забыла именно. Я его натерку. Добавила 2 яйца, 2 ложки столовой муки этой льняной. Блендером взбила. Сейчас буду жарить на маслице оливковом. Посмотрю, как и что. Вот такая смесь вышла у меня. Хочу кабачковый. И сама не знаю, что еще кушать, но, естественно, будет капуста. У меня этой еды полно, и кабачки есть обед, и рыба, может, поем соленую рыбу. В общем, пока еще не решила, занимаюсь приготовлением. И сюда нужно положить бастурму, и будет у меня очень вкусные эти блинчики. Ну, покажу, когда испеку. Первый блин на сковороде. Еще решила добавить столовую ложку сметаны. Вот. Сузьме йогурт. Посмотрим, с чем мне душа захочет. Я сейчас, знаете, слушаю свое тело. Как хочу, что хочу, то кушаю. Будем жарить блины. Потом покажу результат. Первый блин мне не удалось перевернуть. Я решила добавить еще льняной муки. Сейчас вот капусту себе положу. Вот жарится второй блин. Надеюсь, он получится. Так что показываю все, что получается, что нет. Ну, на вкус вкусный. Кету это несложно и бюджетно. То, чем я сейчас занимаюсь, это настоящее искусство. Столько любви я вкладываю в то, что готовлю. И придумываю на ходу. Смотрите, мои дорогие, вот это сегодняшняя моя тарелка. Сегодня, кажется, 17 или 18 день, не помню. Вот, запуталась. Начала я 12 февраля. Сегодня 29. 17 или 18 день, не могу сообразить. Неважно, главное то, что я приготовила. Сегодня я отказалась от салата, просто вот так у меня зеленушка. Ну, это на десерт сибирские яички. Ой, сибирские орешки, кедровые орешки. Ну, это тарелочка фруктовая. Здесь что у меня? Это авокадо, все, что хотите. Сыр есть кусочек, и маслинки, и бастурма. Так, капуста моя самая любимая. И вот у меня сегодня рыба малосольная. Буду кайфовать без картошки, но буду кайфовать блинами из кабачка и льняной муки. Вот. Внутрь положила вот в этот блин. Видите, как некоторые получились, некоторые нет. Завернула. Что завернула? Сыр. Больше ничего не хочу, ни с чем не хочу больше смешивать ни с чем. Мне это достаточно. Здесь сок. Ой, чай из ромашки. Что-то мозги не соображают. Все соображают просто. Хочется очень быстро. Очень кушать хочется. Не так, нет, кушать вообще мне не хочется. Я вот смотрите, сейчас 5 часов. Мой обед после 4. Так получается, обед уже, да, мой прием пищи. И смотрите, тут я показываю все, что есть у меня. Вот смотрите, вот на этой стороне поломались блинчики. Вот тут вот 3 штуки нормально получилось. Я не знаю, с чем это связано. Ну, будем экспериментировать на ходу. А мне приятного аппетита. Сейчас я пообедаю. Это у меня процесс долгий, так как у меня с одной стороны нет зубов. Я жую, очень долго жую. А вам дальнейшего просмотра. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.